Новый фонтан в Самаре откроют 1 сентября. Сейчас он на стадии строительства. Уже спонтирован подземный водопровод, заливают основания. Сквер на улице Аврора, где раньше располагался стихийный рынок, благоустраивается по национальному проекту «Жилье и городская среда». Преобразится территория от аэродромной до Мариса Тореза, от проезжей части до фасадов жилых домов. Дизайн проекта предусмотрено устройство пешеходных дорожек, устройство полностью нового освещения, замена всех газонов, санитарная обрезка деревьев, высадка новых деревьев. Изюминкой данной территории будет и особенностью это устройство фонтана. Фонтана, который будет у нас расположен на как раз створе улицы Аэродромной и улицы Аврора. Споры о том, нужен ли на этом месте рынок или нет, теперь уже не актуальны. Ответ очевиден. Там, где раньше процветали криминал и антисанитария, скоро будет наведен столичный лоск. Новый фонтан станет местом притяжения для жителей и гостей микрорайона. Сквер вернется к жизни. Мы все ждем этого фонтана. И взрослые, и дети, взрослым по вечерам, чтобы просто посидеть, посозерцать на струи воды. Дети с удовольствием будут, наверное, там шлепать своими лапочками. Я помню еще те времена, когда здесь была зеленая зона до рынка. Тут было действительно красиво до прихода рынка. И когда рынок убрали, мы, местные жители, мы просто вздохнули, потому что ушла грязь. Масштабные работы проводятся сразу вдоль всего отрезка улицы Авроры. По предложению жителей окрестных кварталов здесь даже посадили лесную 11-метровую ель для проведения торжественных мероприятий и новогодних праздников. Одной из главных составляющих сквера станет спортивная площадка, где смогут играть и тренироваться все желающие. Готово полностью основание. Сейчас будут выполняться работы по монтажу этого оборудования со следующей недели и резинотехническое покрытие. Перекресток улиц Аврора и Аэродромной стал лидером рейтингового голосования по отбору для участия в программе «Комфортная городская среда». Мнение жителей окрестных домов поддержали многие, поскольку это место очень популярно. Здесь соединяются транспортные потоки из разных районов Самары. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.